Ребята, эти перцы просто бомба. Язык проглотишь, фаршированные перцы. Возьмите свежие перцы и удалите семена. 10 крупных перцев на килограмм фарша. 5 столовых ложек кубанского риса залейте кипятком и дайте постоять. Теперь фарш. Прокрутите в мясорубке 600 грамм говядины и 400 грамм свинины. Чесночок, лучок и морковочку слегка пассируем. Добавьте в фарш рис, пассированные овощи, пучок зелени. Посолите и поперчите по вкусу и сделайте замес. Аккуратно уложите фарш в перчики и выкладывайте в кастрюлю для тушения. Теперь 2 чайные ложки томатной пасты размешайте с водой и влейте в наши перчики. Можно еще добавить водички. Ставьте на плиту, добавьте свежих томатов и посолите. Когда перчики закипят, аккуратно уберите пену. Готовим на среднем огне минут 50. Под финал чесночку еще минут 5 и готово. Добавьте сметанки и наслаждайтесь. Великолепно!